латешечка, чаюк, кофеёк. У каждого свои сборы. Мы наконец-то вырулили. Этим временем обзавелся палочкой. Патрон сам не намазывает свои ноги. Мы поднимаемся на Говерлу. Я зачекинился. Обзор вершины Говерлы. Будьте осторожны в своих желаниях. Собака-вегетарианец. Вот так. На меня летело. Hello, всем доброе утро. Сегодня третий день нашего похода, и сегодня наш лагерь. Решил поспать немного дольше, уже 6:30, наверное, а может уже и 7. Некоторые планируют, по-моему, до 8 спать. Никто не торопится вылазить из палаток. Спалось сегодня теплее, чем вчера, как и ожидалось. В принципе, тоже периодически расстегивался, чтобы немножко остудиться. Так что в спальнике мне было очень комфортно. Не жалею о том, что взял надувную подушку с собой. Очень даже удобно спать на ней. Единственное, что мне неудобно, это то, что я постоянно ворочаюсь. Ну, как ворочаюсь? Кручусь то на бок, то на живот, то на второй бок, то на спину. И я прокручиваюсь в этом спальнике. Иногда просыпаюсь, капюшон у меня на лице. И это неудобно. Приходится ночью пытаться как-то вернуться в правильное положение. Ну, что поделаешь. К палатке пока тоже никаких нареканий нету. Все нормально, все молнии работают. Вот такой у нас интерьер. Есть полочка для таких вещей. Есть еще там карманы в ногах. И тут есть карман в голове. Места хватает. Единственное, что сегодня мы поставили ее на каких-то горбах. И мне не очень удобно было спать в этом плане. Не очень ровная поверхность. Но ничего, терпимо. Мафия засыпают, просыпается город. Кофеек из турочки в горах. Что может быть вкуснее? Эй, встаем! От ми ночувати будемо десь тут, може отут. А потім не в ясеня будемо йти спускатися, а краще ми спутимося сюди в Говерлу, а тут асфальтна дорога. І ми от замовимо трансфер собі осюди, і нас прийде чувак осюди забрати. Хорошо, ну сьогодні у нас план, ми сходимо на Говерлу, сходимо на Петр, чи ми в радіалку збігаємо з табора? Ми з табора збігаємо в радіалку, або звідси, або як післязавтра будемо йти, то можемо кинути тут рюкзаки, піднятися сюди, хоча 500 метрів набирати. Дивись, тут 15:45, а тут 20:20. 475 метрів. Ну да, майже 500 метрів треба набирати. Хоча 500 метрів – це те саме, що ми на піпіван піднімалися із базового табору. А це, Макс, ерунда. Ні, не в радіалку. Бігаємо в радіалку. В радіалку без рюкзаків ось тут от залишимо того, хто… Ну завжди хтось знайдеться, хто не піде. Да. Буде сидіти з рюкзаками. Ну, Андрюх, ні. Андрюха, я не хотів цього казати. Ти мусиш піти в першу радіалку в житті. А потім собі чик-чик-чик, отут, мабуть, ми можемо спуститися. Ну тут жорсткувато трохи буде, але потім ми можемо спуститися реально за 2 години максимум. Оце от, я думаю. Проходиться. От максимум 2 години. Приходимо сюди, Говерла, латешечка, чаюк, кофійок, кафе, да, латте, мате. Спускаємо сюди, нас там уже все жде і все. Головне, щоб нога у мене робила. Що? Нічого, виходь, вилазь, вилазь. Спряталась. Ну давай, зробим вид, що ти не знала нічого. Веди себе естественно. Там за морква росла. Последний участник. Ты последний участник? Нет, там еще есть. Кто там? Наши рукавички еще есть. О, там кто-то шевелится. А, это Аня. Ничего себе, Аня, ты даешь. Нормально по сну ударила. Не, на самом деле, это так тесно, что мы не можем вылезти одновременно. Надо вылазить поочередно. У каждого свои сборы. Знаешь что? Да, медведям же, конечно, надо. 10:21. Мы наконец-то вырулили. И даже не в числе последних. В кемпинге еще много людей. Максим, держись.
Ну да, як тільки вона сильно. Ну напевно на камінь не тупив, вона пішла. Добрий день. Такая у нас неприятность, патрон превозмогая боль, ведет нашу группу. Будем надеяться, что хуже не станет. Сейчас будем подниматься туда, куда мы вчера в радиалочку ходили, а потом вот там вон траверсом выйдем на хребет. Ребята, стогны. Патрон. Вот мы вышли на траверс. Все уже согрелись, да, ветер... пуховички снимают. Вот и хребет, на который мы вышли. Наконец-то освежающий ветерок. Даже говерло, да? А вон говерло, да. Выручалочкой, потому как у меня что-то начало болеть колено. Особенно на спусках. То ли уже нагрузки не выдерживают на третий день, то ли это от холода. Непонятно из чего. С палочкой чуть легче идти. Так что сегодня у нас в лагере две колени. Надеюсь, на этой цифре мы и остановимся. Сверху такий крест, вказаний. І з іншої сторони, з протилежної. Питання, між якими двома країнами це кордон? Ну і дві. Чехословаччина? Правильно. Все. Між чим і чим ще раз? Польща і Чехословаччина. А тут от зверху це просто показані сторони світу, ну типу північ. Связанный, возможно, с травмами или с усталостью. Мы не видим за горбиком, что там происходит. Но я вижу свою коленку, которая меня болит и тревожит. И теперь мне идти стало намного сложнее. А я казав. А Стас говорил, он Максим идет, бодренький. Патрон сам не намазывает свои ноги и не заматывает. Для этого есть специально обученные люди. Специально обученный человек. Так вот для чего нужны эти. Падаваны. Как они там? Не падаваны, как шерпы. Шерпа. Выкиды в горах на твоей совести. Какие такие выкиды? Вот уже и горело видно. Приблизительно 2000 людей на день. Так как вы думаете, вот этой дорожке? Самой короткой? We'll be right back.
метров или сколько там, не знаю, подъема. Но заболело колено, все ухудшается и ухудшается. Короче, ребята, расклад такой. Мы поднимаемся на Говерлу. Мы — это 5 смельчаков. 5 мужиков, можно так сказать. Аня, Наташа, Андрей, Стас и я. Я бы, конечно, вообще, думаю, залетел бы туда быстро, но с моей ногой все плохо. Реально очень болит колено. Каждый шаг — это боль. Поэтому буду медленно, но уверенно продвигаться вверх. И надеюсь, все-таки взойду на самую высокую точку Украины. Потому что я себе этого не прощу. Здесь у подножия. Ну что, мы уже почти-почти наверху. Я хоть и вершину не вижу, но чувствую, что она уже близка. Я больше боюсь спуска. У меня на спуске колено болит больше. Что, Стас? Как там? Что можно сказать? Зря? На Хрещатику, на Майдані людей менше, ніж на Говерлі. Медалі роздають людям за сходження на Говерлі за 30 гривень. Так треба піти отримати. Ага, 30-ку дальше получиш медаль. Та я денег не брав. Да. Людей просто немерено. Я крім людей нічого не побачив. Іду назад. Ну давай. Щоб ви розуміли, приближаємося до вершині Говерлі. Скажу вам чесно, вчорашня вершина вечором визвала куди більш бурні емоції. Ну ви і самі це бачили, можете порівняти. Зараз ми, щоб не бути голословними, піднімемося на самий-самий верх і зачекінемося там. Ну тут чоловік 500 як мінімум. Тобі подобається, Аня? Мені подобається, так. Да. Ну там, з іншої сторони. Там за людьми. Попробую протолкаться через эту толпу, толпищу. Вот крест, вон герб. Идем к нему. Аня, тебе надо был флаг? Выбирай. Давайте зайдем с той стороны. Все, я зачекинился. Все, друзья, мы зачекинились на самой высокой горе Украины, самой высокой горе нашего маршрута. Вы сейчас? Безмежно, конечно. А ты, Андрюха? Да. Ты здесь был? Не хочется. Хочу пить. Хочу пить. А вы все первый раз? Да. И я первый раз. Все, теперь новый рекорд побит. Самая высокая гора, в которой я побывал. Дальше только уже за Украиной куда-то. Обзор вершины Говерлы. Здесь, посмотрите, продают медали. Вот знак. Здесь какой-то отметка. Не знаю, это центр вершины, может, нет? Не знаю. Множество флагов Украины, крестов. Короче, да, очень романтическое место. Можете приглашать сюда возлюбленную свою, чтобы сделать предложение руки и сердца.
общем, други мои, мы таки это сделали. Мы поднялись и мы спустились. Уже практически последние шаги до нашего базового лагеря. Назовем это так. Я, например, то ли обезболивающе подействовало, то ли языка, но все было не так ужасно, как я себе рисовал. Но хочется сказать вот что, друзья. Будьте осторожны в своих желаниях. Перед поездкой я сказал, что боюсь, что поход будет слишком лайтовый, что мне будет очень легко. Воля, желание исполнено, мне теперь нелегко. Я теперь плетусь позади всех. Для меня теперь это реальный челлендж. Я не знаю, смогу ли я завтра подняться на Петрос, как поведет себя моя нога завтра. Да еще и сегодня надо дойти до лагеря. Такие вот дела. Давайте встретим их громкими аплодисментами! Победили самих себя. Где ваши медали? Мы грошей не брали з собою. Представляете, совсем недавно был на высоте 2060 метров, и вот мы уже на 1600. Здесь реально жарко. Жарко, ветра нету. Зато тепло, мы можем видеть. Тепло, девчата в захвате. А с нас тут денежку просят. Учасники АТО є. Нема дорослі, студенти, школярі. Школярі! Іди сюди. Пушистая. Собака вегетарианец. Кинули колбасы. Печенька, сыр заходят на ура. Идти з нами, Оля. Хай іде. У мене багато печеньки. Давай, ладно, круто. Будемо що робити? Ми до Рахів дійдемо, а що, куди його давати? А він колбус піде ще з печенькою. Вечера. Сегодня мы, конечно, дали жару и пришли на место, где теоретически планируем заночевать. Все условия. Вроде бы вода тоже есть где-то неподалеку. Тенисто, ровненько, хорошо. У меня даже нога перестала болеть. Наверное, таблетка подействовала. Ну, чувствую, что беспокоит, но значительно лучше стало. Так что буду принимать их регулярно. Вот они, приятные хлопоты, выбор места, установка палат. Девочки уже знают, возле каких палаток лучше не ставить, потому как храп мешает спать потом. Вот Андрей только что нашел место для своей палатки, но уже, как оказалось, занято. Мне казалось, что я тебе мешаю спать. Не, абсолютно, я беру шутку. На арене цирка Станислав Калмогоров. Вот так. Так, вторая была. Почекай. Это было когда-то? Сейчас. Я обычно практикуюсь на огороде картошкой. О, так я на огороде на картошке научился. Просто камни, короче, вони типа на рівні. Так що спи на животі сьогодні. Я тоже встану прийду. Максим в последний день решил проекспериментировать и попробовать ночлег в гамаке. Посмотрим, чем все это закончится. Пастушечьи собаки. И там есть малюськи. Привет. Привет. Иди. Какие большие вы. Ты его хоть поглажу, эту собачуру. Ты тут самый добрый, да? Самый ласковый. О-о-о.
Что у а он дивы маленький. Ну это красавчик. Ты что, Бернарчик? А я Его можно погладить, да? Ну что, ребята, да? Хорошего дня! О, это смелая. Идем. Что-то хромает. Я тебя понимаю, у меня тоже сегодня так. А-а-а! На меня летело. У нас тут марафон. Мы заняли очень удобные позиции. И наблюдаем за бегунами, да. Поддерживаем их морально. Давай, давай, беленький. Пошли дальше. Так, вот еще один участник. Группа участников приблизилась, да. Вадик, поддержи меня. А давайте считать овец. Не, я спать не хочу. Вот хорошую скорость показывают участники. О-о-о-о, чуть нас не заехал, занесло. А не у всех есть колокольчики, кстати. У некоторых банки консервные, вы заметили? А у некоторых вообще ничего. Что, неужели все участники закончились? Вроде бы все. Точно. Мы, конечно, просто коли в нас запустили. Доброго вечора. Гарні у вас вівці є такі, вообще, як моделі деякі. Хуя! Давай, давай. У тебя получится. Притримати можна для тебе? Оп, да. Не, притримати для спочатку пробу туди треба вставляти. Я майже, та я майже. О, є! Круто! Это было очень быстро! Это тоже классно! Теперь попробуй спать на животе! Спасибо за просмотр. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!